Не менее 1000 подъездов отремонтируют в Южно-Сахалинске в 2024 году. По всей области работами охватят около 3000 объектов. В выходные ход работ в областном центре проинспектировал ли губернатор Валерий Лимаренко и представители мэрии. На ремонт подъездов управляющие компании получают субсидии из регионального бюджета. Благодаря этому коммунальные предприятия возмещают до половины затрат. Места общего пользования штукатурят и красят. В них меняют перила, почтовые ящики, освещение. Также в городе скоро приступят к ремонту дворов. Апрель, май, за эти два месяца мы должны полностью подготовить Южно-Сахалинск к летнему сезону. Это привести в порядок дороги, ямочный ремонт должны закончить. Привести в порядок дворы, должны закончить ремонт текущий. Развернуть работы по капитальному ремонту. Фактически рекордные задачи по капитальному ремонту в этом году у нас по Южно-Сахалинску. Губернатор поставил задачу до зимы провести текущий ремонт всех нуждающихся в этом подъездов и дворов. Капремонт сделают на всех придомовых территориях, для которых есть проектная документация. На оставшихся начнут проектирование, чтобы в будущем году завершить областную программу благоустройства.